Вот сын Алексей с женой ездили в Питер, в Икею. Идут по Икее наши дети. На них не глядя, мимо спали, потому что кухню покупать. Приехали они в Икею, и хотя мой опыт по людям понимание несения, что любовь, в общем, это прекрасное увидеть дар печальный. Совсем забрасывать им понимание этого несения. Не собираюсь я идею. Кстати, заодно хотели мне посмотреть тумбочку в телевизоре. И вот во всем огромном этом магазине ничего путного не нашли. Ну хорошо, хоть кухню купили.